днем рождения тебя поздравляю тебя, пингвиненок, пингвиненок, тебя поздравляю. Всем привет, я Нихтуба! Всем привет, а я мама Тата. И вы на канале Никтурбо. Ну, Моквэ. Я для Ника приготовила сюрприз. Ник, ты видел, какой у тебя сюрприз? Желе! Это не просто желе. Это же блок желейный Лего. Просто красиво. Это Лего непростое. Там я для тебя спрятала много разных сюрпризов. Мне интересно. Тебе интересно, что там? Ну, конечно, интересно. Мне интересно. Ну, тогда давай вскрывать и смотреть, что в этом интересном кубике Лего. Я хочу, чтобы моя рука была хорошей. О, пингвин. Пингвином достався. Давай, отковыриваем. Давай, отковыряем. Отковыриваем пингвина. О, сколько нам желе. Ого, какой пингвин. А ну поставь его сюда, подрай, рассмотрим. Лего-пингвин. Лего. Ты сам его сделал? Да. А я его спрятала в этот замечательный кубик. Смотри, как он красиво, как будто бы он на айсберге сидит. Да. И выжидает рыбу подо льдом. Где там моя рыбка плавает? А! Я, наверное, сам за ней нырну. И ныряет в воду. А, я застрял. Я застрял во льду. Это не идет. Это желе. Давай еще вот это. Давай, кран начинает работать. И... Вау! А ну давай проверим, может быть, здесь что-то есть? Нету. Ну что? Ничего. Ты практически одной рукой проверил. Тебе даже вторая не понадобилась. Вот. И что это здесь? Корабль. Ты думаешь, корабль? Давай, успокоим. Давай. Потому что я вижу пока только зелененький и красный фонарик. Вот. Открыли. Желе в разные стороны разлетается. Действительно корабль. Перевозчик. Перевозчик, все, я утонул. Перевозчик, а что он перевозит? Он перевозит разные контейнеры. И он плывет между айсбергами, на котором сидит пингвин. Я застрял тут. Ник, смотри, сейчас корабль будет проплывать сквозь море. Он становится подводным. Смотри, как он разрезает водную гладь. Застрял, давай это. Давай, маленький краник включает. Что это, дом у нас? Ты думаешь, это дом? Это что, похоже на трубу? Ой. А что это ты нашел? Пингвиненка. Ой, это маленький пингвиненок. Давай достаем пингвина. Ну-ка. Спасибо, добрый мальчик. Это мой маленький сынок. Пингвиненок. Ой, ты мой хорёсенький. Вот так вот. Спасибо, Никторба. Спасибо и тебе. Спасибо и тебе за то, что мне было весело. Вот. А что ты нашел? Ёлочку. А ты ёлочку нашел? Когда ты стала пингвиненка, я нашел ёлочку. Так, давай, что мы там еще отковыряем? Давай, давай. А это что? Дерево. Дерево. Ёлочку достали. Дерево достали. Рассмотрим дерево. Рассмотрим ёлочку. Ник, лес я уже здесь поставила. Давай это. О, это наш домик. Домик Лего.
только там желе, вот бы его смыло воду. Ух ты, желе действительно как стекла. Или какие-то даже бриллианты. Красиво. Так. О, стекло мне досталось. А ну-ка, дай я посмотрю. Так это драгоценный камень. Смотри, какой он квадратный, красивый. А с другой? И с другой стороны. Ух ты. Ну как тебе драгоценность? Два. Ну что, включаем маленький кран. Ну что, ничего нету? Ничего, зато нам пас. У тебя рука превращается в пилу. Режу, режу, режу. О, рука. Он нам достался большой кусок. Ой, это же... Кто это? Жираф. Жираф. Ух ты, какой жираф. Так и думал. Ну, это такой жираф. Так, мы его поставим возле домика. Возле пингвина ему будет холодно. Здесь же у нас что? Здесь у нас Арктика. Вот, и он тут, пингвин, прячется со своим ребенком. Рыба! Ух ты, рыба! Давай мы ее в море, к кораблику. Вот она вот здесь у нас будет плавать. Вот с этой стороны. Плавая рыбка. Теперь режу это. Давай, режь, режь, конечно. О, достался мне кусок. А ну, что это такое? Ух ты, видишь, какие формы остаются? Это дом. Это от дома, да. Сейчас отрежу. Давай, это сундук, Ник. Я уверена, что это сундук. Да, сундук. Мы нашли сокровище, ура! Вот ну-ка, это... что там лежит внутри? Ну, достать, вот это желе какое-то. А может быть там? Ну-ка, что там? Ух ты, Ник. Это желе. Нет, это не просто желе. А, вот, я нашла, вот они, драгоценности. Доставай их. Бриллианты, изумруды, все есть. Да, вон, видишь? Ого! Доставай! Зеленый? Давай, мы его в дом отнесем, к дому. Вот, пусть лежит возле дома. О, что это? Кусок скалы. Кусок скалы кушаешь? Ник, ты весь объелся желе. А это похоже на ноги. На башмак похоже, да, правда. А этот башмак, да, очень красивый. Я могу его съесть. Даже он похож на лего-машину. Вкусно! Мы столько с тобой всего нашли. Мы с тобой нашли домик, деревья. Вот жирафа с тобой нашли. Рыбу, кораблик, они здесь плавают. Красивого пингвина с маленьким пингвиненком. Что нам еще есть? А, еще же мы нашли с тобой сундук с драгоценностями. Что нам еще ждет? Давай. И осталось напоследок что-то праздничное. И это... Торт! Торт! Та-дам! Вкусный-привкусный торт. Кому на день рождения он достанется? Кому на день рождения он достанется? Это игрушечный торт. Он Лего. Ну, он достался малышу Лего, малышу Фонарику. Вот такой Лего-желейный торт. С красивой розочкой. И торт мы ставим куда? В домику. Правильно. Вот. И вот такой у нас остался здесь. Беспорядок. Порядок на айсберге. Заводи. На айсберге беспорядок. Дождь был. Желейный дождь начался. Пока-пока, до новых встреч. Увидимся на канале Вкусного желе.
вкусного желе, точно! И кушаем желе! Всем пока-пока и до новых встреч на нашем канале! Вас ожидает еще много интересных разных видео про игрушки, всякие вкусности. Я робот. И просто веселые видео. Пока-пока! Пока.